Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И пока я сейчас нахожусь на сессии, у меня чисто физически нет времени снять полноценный такой хороший экспресс-разбор. Поэтому сегодня мы с вами разберем одну песню, самую популярную в ТикТоке на данный момент, а именно «Эмалированное судно». Поэтому сейчас будет супер быстрый информативный разбор. А для этого бери инструмент в руки и погнали учиться. И вот как она у тебя будет выглядеть. Разбор на укулеле. И как вы уже могли заметить, весь этот кусочек повторяется на протяжении всей песни. И чтобы сыграть все это волшебство, нам нужно зажать вторую струну на первом ладу, сыграть ее 7 раз. То есть... Далее мы играем вторую струну на четвертом ладу 4 раза. Затем мы спускаемся на первую струну, также на четвертом ладу, играем уже 2 раза. И затем играем третий лад 1 раз. Все вместе. А теперь чуть быстрее. Также не забудь поставить свой лайк, написать в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. Но если ты хочешь поддержать все мои труды и старания, то ты можешь подписаться на меня на Бусти. Вот, например, эти ребята это уже делают, получают клевые ништяки и весь раздаточный материал. Если что, у меня на канале есть целый плейлист разборов по табам. Обязательно его посмотри, вот сейчас он появился. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока!